Всем привет! Итак, очередной выпуск на нашем канале. Мы находимся на территории нашего ключевого партнера. Здесь находится основная часть продукции, готовой продукции. И сегодня мы с вами проверим вот этот замечательный прицеп 30 кубометров светлых нефтепродуктов. Он может перевозить абсолютно легко, проходит любой контроль с тягачом 4х2. Посмотрите на этот прекрасный цвет, на то, как он мерцает, на то, как он бликует на солнце. Этот прицеп выкрашен по запатентованной системе окраски Bonum System 3S. Первое. Дробеструйная обработка в специальной камере под высоким давлением. Второе. Нанесение специальных цинкосодержащих грунтов европейского производства. И третий этап – это окраска толщиной не менее 250 микрон в специальной камере, естественно, производители европейские. Полуприцеп выпущен по всем требованиям для перевозки опасных грузов. То, где я сейчас иду, это алюминиевая просечка, так называемая, позволяет не скользить. Вот вы видите, я ставлю ногу, и она никуда не девается. Также антискользящим покрытием рядом с горловиной бака. Согласно всем нормам по безопасности, на прицепе установлены дуги, которые не позволяют прицепу перевернуться на крышу. Также установлены специальные крюки, которые в случае непредвиденной ситуации, не дай бог, но на дорогах бывает всякое, позволят поднять прицеп и поставить его на колеса. Все бензовозы оснащены алюминиевыми крышками люка с дыхательными клапанами. Процесс открытия люка достаточно прост. Многие привыкли думать, еще со времен Советского Союза, о том, что бензовоз – это оранжевое пятно, большое оранжевое пятно. Но на данный момент вовсе и нет. Мы по запросам наших клиентов можем позволить практически любой цвет. И самое главное, что все это будет согласовываться с требованиями и правилами по безопасности перевозки опасных грузов. Итак, мы переходим с вами к маленьким, но очень важным деталям. Все полуприцепы компании Bonum комплектуются запчастями исключительно европейского производства. Компания Sivacon, производитель данного пневматического донного клапана, является лидером на рынке производства комплектующих для бензовозов. Все кронштейны для крепления световых приборов, как и многие металлические элементы, оцинкованы. Данный бензовоз оснащен у нас защитой велосипедиста итальянской компании TACHI. Но итальянская здесь не только это. Противооткатные упоры. Также в Италии мы закупаем пеналы для сливных рукавов. Обычно существует такая проблема, как выгорание и провисание с течением времени данного объекта. Но мы решили эту проблему при помощи нашего замечательного партнера, также итальянского, как я уже сказал, компании Partex. Данной проблемы больше нет. Сейчас мы с вами достанем сливной рукав. Он, как и все, я напомню, произведено в Европе. Европейская компания Gazaflex, один из лидеров рынка по производству сливных рукавов. Все просто. Специально по запросу наших клиентов мы предоставляем услугу «Трезвый водитель». И никто не узнает, что это были вы. Шутка. Обратите внимание, бампер также оцинкован, электрика. Фары австрийской компании Aspoc. Фары светодиодные. Изюминкой нашего полуприцепа, как говорится, мелочь, а приятно, является мыльница. Таким образом, сейчас она не заполнена, но заполняется любыми средствами гигиены, и водитель может легко помыть руки с мылом, чтобы все было чисто. Мы очень серьезно относимся к качеству нашей продукции, поэтому каждый прицеп проходит ОТК, так называемый отдел технического контроля. Итак, мы можем увидеть фамилию, имя, а также подпись и дату, когда была произведена проверка данного полуприцепа. Все наши прицепы мы оснащаем шинами фирмы Continental. Я думаю, что нет смысла рассказывать о данном производителе
Здесь имя говорит само за себя. На данном полуприцепе стоят немецкие оси SAV с барабанным тормозом. Ну что ж, давайте заглянем в сливной шкаф. Есть ли там скелет? Скелетов нет, все верно, все просто. Итак, производитель Джока. Мы берем у него вот эти замечательные алюминиевые краны. По отзывам можно сказать, что это практически вечные. Ну и также установлена панель управления донными клапанами. Вот так. На данном прицепе стоит система гравитационного слива. Но по вашему заказу мы можем установить систему нижнего налива, которая пользуется в Европе уже более 30 лет. В России есть две беды, сейчас про вторую. Очень часто из-под колес вылетают камни и повреждают определенные части автомобиля, в нашем случае прицепа. И мы сделали специальные алюминиевые накладки, которые позволят уберечь лакокрасочное покрытие от сколов. И еще немного о безопасности. Обязательная комплектация двумя огнетушителями в специальных коробах, а также тормозная система последнего поколения компании «Вапка». Все полуприцепы мы оснащаем специальным программным продуктом под названием «Оптилит». Что же это такое? Данная система позволяет проверить состояние полуприцепа. Вам не надо заезжать на специальный сервис «Вапка». Достаточно иметь просто обычный смартфон, чтобы это сделать. Приложение позволяет нам определить нагрузку на ось. Это очень важно, так как мы бережем дороги и не хотим, чтобы перегрузка от нашего полуприцепа как-то влияла на качество дорог в России. Мы можем с вами определить высоту от пола до дорожного пространства. Также приложение позволяет увидеть и понять много интересных и полезных данных. А сейчас важная информация для тех, кто задумался о приобретении наших полуприцепов. Гарантийный срок до 36 месяцев.